В рамках программы сотрудничества с вузами, готовящими технических специалистов для аграрного сектора, компания «Гидросила» провела занятия в Винницком национальном аграрном университете. Программа взаимовыгодного сотрудничества с вузами по инициативе «Гидросила» работает уже около 10 лет. За это время 21 аграрный университет Украины получил в свое распоряжение комплекты гидравлики для тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин. Сотрудничество непосредственно с Винницким национальным аграрным университетом началось в 2013 году. Тогда компания передала для студентов в НАУ в качестве учебных пособий комплект образцов выпускаемой продукции торговой марки «Гидросила» – шестеренных насосов, аксиально-поршневых насосов и гидромоторов для закрытых и открытых гидросистем, гидрораспределителей и гидроцилиндров. В университете на факультете механизации сельского хозяйства была оборудована лаборатория, где будущие инженеры уже в процессе обучения могут потрогать руками гидравлику, с которой впоследствии многим из них предстоит работать. 16 февраля специалисты от «Гидросилы» в очередной раз встретились с преподавателями и студентами факультета механизации сельского хозяйства в НАУ, провели презентацию компании, рассказали об особенностях выпускаемой продукции, ее применении на сельскохозяйственной технике. Ответили на вопросы. Коллеги обсудили тенденции в развитии гидравлики и состояние современного рынка гидрокомпонентов.